Детская поликлиника входит в состав Видновской районной клинической больницы. Она удобно расположена, рядом остановка общественного транспорта. Возле здания учреждения здравоохранения организована комфортная стоянка для автомобилей. На парковке есть и специальные места для инвалидов. Цветы, растения, красивая ухоженная территория детской поликлиники способствуют созданию хорошего настроения у маленьких пациентов. Мы стараемся, как бы сказать, работать лучше. Значит, стараемся, как бы сказать, укреплять кадровый потенциал в детской поликлинике. Ну, я думаю, что, как бы сказать, у нас есть небольшие изменения в лучшую сторону в отношении кадров. Естественно, как бы сказать, принимаем новшества научной организации труда в плане лучшего обслуживания детского населения в медицинской помощи. В поликлинике ведется запись к специалистам через интернет. Установлены терминалы электронной очереди. Работники регистратуры и информационного отдела – вежливые, терпимые, чуткие люди, несмотря на большое количество пациентов. Поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену. График работы с 8 до 19 часов. В субботу медицинскую помощь детям оказывает дежурная бригада врачей-педиатров. На стенах внутри здания яркие рисунки сказочных персонажей, которые создают атмосферу тепла и уюта. А для того, чтобы дети не скучали в ожидании приема врача и чувствовали себя комфортно, в холлах висят большие телевизоры, установлены детские стулья и столы для творчества. Ты не боишься врача? Нет. Сейчас я видел там записки какие-то. Мне прочитала мама. Там две записки, там на лесу мы смешалики были. А рецепт тебе выписал врач? Просто она мне воду на какую-то ложечку. Зато за этих бульков скула не будет болеть. В поликлинике работают высокопрофессиональные специалисты, имеющие первые и высшие квалификационные категории. Здесь осуществляют прием врачи-педиатры, узкие специалисты. Проводятся медосмотры, вакцинация, диспансеризация детского населения. Дыши мне глубоко, ну так вдох, выдох. Молодец. Умница. А покашляй мне. В этом году Видновская детская поликлиника отметит 15 лет с того момента, как она обрела новый дом. За прошедшие годы учреждение здравоохранения развивалось в соответствии с растущими потребностями города и района. Поликлиника не раз принимала участие в различных конкурсах, становилась площадкой для проведения международных, российских и областных семинаров и конференций. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.